Добро пожаловать на канал Мыло Опт, и сегодня мы представляем вашему вниманию масло лавра нерафинированное, 10 грамм. Масло лавра изготавливается исключительно путем холодного прессования небольших плодов лавра. Оно не проходит рафинацию и имеет вид темно-зеленой кристаллической кашицы с характерным запахом, который применяется в косметологии и фармацевтике. Это одно из ценнейших и древнейших базовых масел. Олепское мыло в маловарении использует базовое масло лавра для приготовления олепского мыла, которое известно всем маловарам за его исключительные свойства. Это мыло признано самым ценным и дорогим по свойствам. В его составе есть еще оливковое масло. Чем больше доля лаврового масла в шикарном и нежном олепском мыле, тем сильнее проявляются его антисептические характеристики и действует комплекс антибактериальных и целебных свойств. Свойства применения масла лавра таковы. Лавровое масло эффективно устраняет угревую сыпь, прыщи и покраснение на лице. Делает кожу лица гладкой и неотразимой. Масло бережно очищает, смягчает, дезинфицирует кожу. Еще оно имеет солнцезащитные свойства. Как антицеллюлитное средство применяет массажные смеси с маслом лавра и маслом кунжута. В фармацевтике лавровое масло включает в состав ранозаживляющих бальзамов и мазей. В антивозрастной косметике этот ингредиент эффективен против старения и увядания кожи, так как питает эпидермис ценными витаминами и микроэлементами. Для оздоровления волос тоже применяется масло лавра и олепское мыло. Применение масла активизирует лимфоотток и кровоснабжение кожных клеток, возвращает сияющий цвет кожи, стимулирует процесс обновления и восстановления клеток. Масло является ценным компонентом при производстве натурального олепского мыла, добавляется в мази, растирание, массажной смеси. Вот такой удобной упаковочке мы отправляем масло лавра нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!